Славянского базара в Витебске, я имею к этому фестивалю непосредственное отношение. Чуть больше времени работаю на телевидении, но только сегодня, впервые, мне выпала уникальная возможность, я даже сказала, предоставлена великая честь быть ведущей торжественной церемонии открытия международного пресс-центра. И я с огромной радостью поздравляю вас с этим большим фестивальным праздником. Пресс-центр работает уже третий день, и здесь, при переполненных залах, уже прошло 2 звездных часа, но существует очень хорошая традиция. Торжественное открытие пресс-центра должно состояться в день торжественного открытия Международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске. И поскольку нашу приятную утреннюю встречу я назвала церемонией, позвольте под ваши аплодисменты торжественно пригласить на сцену первого заместителя министра культуры Республики Беларусь, Сергея Владимировича Кузьмина, и генерального директора Центра культуры Витебск, директора Международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске Александра Петровича Сидорева. Прежде всего, хочется поблагодарить вас, ваших главных редакторов, учредителей за неизменное высокое внимание к фестивалю. Недаром говорят, что эти события не встретятся на телевидении, то его нет вообще. И, слава Богу, в этом отношении Славянский базар не может пожаловаться на невнимание журналистов, на отсутствие к нему интереса, и что для нас важно, интереса благожелательного, такого, который идет нам в пользу фестивалю. Уже сказала Алена, что сколько лет существует фестиваль, сколько лет здесь. А нам еще есть неизменная составляющая фестиваля. Это журналисты, это телекомпании, это телевизионные версии фестивальных мероприятий, благодаря которым наш фестиваль не замыкается только в рамках Витебска, а становится поистине событием фестиваля. Это конкурс молодых исполнителей. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, действительно вот уже много лет подряд день открытия фестиваля искусств «Славянский базар» мы открываем наш международный пресс-центр, где фактически круглосуточно вы сможете работать, это фактически станет вашим штабом, где вы сможете вести онлайн-репортажи в интернете, писать для наших читателей, рассказывать для телезрителей и радиослушателей. Сегодня на в фестивале аккредитовано более 250 журналистов из 14 стран мира. Это говорит о том, что интерес к фестивалю не ослабевает, он по-прежнему становится интересен для журналистского корпуса во всем мире, а это значит, что журналисты расскажут, вы расскажете о нем на своих страничках, в своих блогах, в своих репортажах для ваших слушателей. Уважаемые коллеги, хочу поздравить вас с открытием пресс-центра, с началом официальных мероприятий Славянского базара и пожелать, чтобы вы здесь не только получили творческую пищу, но и стали еще более сплоченными, стали более дружны. Я здесь вижу людей, которые традиционно многие-многие годы посещают этот праздник. Вот, и понимаю, что это уже какая-то... У меня есть некий документ, который я имею честь прочитать. За целую пленную правду по осуществлению мероприятия у Международного фестиваля масштабов «Славянский базар» у Витебска «Сродка с массовой информацией» Министерство информации Республики Беларусь узнагороджает гоноровой грамотой Министерства информации Юлиану Александровну Леонович, специального корреспондента отдела культуры установы администрации президента Республики Беларусь, редакция газеты «Советская Беларусь». От души вас поздравляем и рады за вас. Добрый день, дорогие друзья. Вы знаете, я для себя отметил, что фестиваль начинается для меня, наверное, не с первого мероприятия, не с первого концерта, которая проходит намного ранее, нежели церемония торжественного открытия.
наверное, с того момента, когда я в один прекрасный день встречаю очень много знакомых лиц. Лиц тех людей, которые ежегодно стремятся попасть на фестиваль «Славянский базар», которые ежегодно работают вместе с нами рука об руку и помогают проводить нам это, несомненно, важное. Директор международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске выражает благодарность за освещение проекта 23-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске корреспонденту газеты «Новости недели» Инне Шейхатович, Израиль. Инна, мы очень рады вас поздравить. Да, конечно, конечно. Уважаемые дамы и господа, здравствуйте, доброе утро. В Витебске, в Шабаловском доме великолепная погода. Вы знаете, что у меня дочь в июле это счастье, это сенсация. Я благодарна городу за фестиваль, я благодарна вам всем за ваши добрые глаза, за ваше доброе участие, за дружбу. Мы не первый день знакомы, мы здесь знаем, люблю. Вы знаете, мы все с вами представители замечательной партии, партии культуры. А слово «культура» значит «возделывание». Вот возделывание души, возделывание сердца происходит на этом праздники, на этом форуме, на этом счастливом событии, которое для меня важнее, чем многих политических, экономических и всяких других. Возделывание – это здорово, возделывание – это благородно. У нас на Востоке говорят, человеку нужен хлеб, чтобы жить, и цветок, чтобы было для чего жить. Вот у нас есть хлеб, у нас есть цветок, у нас есть возможность жить и есть для чего жить. Я вам всем очень благодарна. Благодарна фестивалю за любовь, за музыку и за власть. Славянский базар в Витебске поощряет памятным призом дирекции за лучшее освещение средств массовой информации 23-го международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» ведущего фотокорреспондента отдела по подготовке и выпуску фотоинформации редакции визуальной информации унитарного предприятия «Белта» Александра Владимировича Хитрова. Беларусь! Александр Владимирович, уважаемый. Дорогие друзья, мне неимоверно приятно вручать этот приз, который на самом деле забежался все эти годы долгие дирекции фестиваля. И я уверен, что мы просто замечательную, хорошую традицию возобновляем. И совершенно по праву, Александр Владимирович, человек, который всегда в фестивале, не было такого мероприятия, не было, наверное, такого момента на фестивале, чтобы я не видел его в первых рядах средств массовой информации. Я просто уверен, что многие из вас пользуются результатами его труда, теми материалами, которые он создает на наших форумах. Поэтому огромное спасибо, и я надеюсь, что у нас в следующем году продолжение этой замечательной традиции будет, и мы с удовольствием будем вручать очередные призы и говорить вам большое спасибо. Пожалуйста, Александр Петрович, прошу вас. Ну и добрый будет фестиваль. С праздником вас!